Сегодня Королевский городской суд рассматривал вопрос многоквартирного барака в Антеевском лесу на улице Кирова, 101, где жители живут уже десятилетиями без всяких удобств в аварийном доме. А в свое время этот барак был продан за 15 тысяч рублей прямо с жителями коммерческой структуре «Инвестресурс». Эта сделка была проведена с нарушениями многочисленными законодательства, однако сегодня Королевский городской суд в лице судьи Ромашина не признал эту сделку ничтожной. В этом случае данное здание стало бы собственностью муниципалитета, и администрация была бы обязана прямо сейчас заняться расселением этих людей. Но администрации этим заниматься не хочется, и суд также на сторону жителей не встал, к сожалению. Ну, а на станции Подлипки Дачной возле дома быта подступы к закрытому наземному переходу перекрыты теперь не только стеной Ходырева, но и новыми коммерческими палатками.